Приветствую всех, друзья! Многие из вас уже знают, что я сторонник здорового образа жизни. Люблю спорт. И уже даже достигал неплохих результатов, выполняя непростые спортивные элементы. Но события в 2022 году прервали мой рост в этом направлении. И для поддержания своего тела в тонусе я просто продолжил выполнять ежедневную зарядку, на которую у меня уходит не более 15 минут. Но с сегодняшнего дня я увеличу интенсивность своих тренировок. И вдобавок к основному контенту на канале, еженедельно буду загружать минимум одно видео, посвященное спорту. Таким образом, мы будем развиваться вместе. Сейчас я покажу вам свою зарядку, которую я выполняю каждое утро. Да, мой день начинается не с кофе. В начале зарядки сначала я тяну спину и суставы, и только после этого перехожу к силовым упражнениям. Первое упражнение – отжимание. На кулаках оно дает возможность более глубоко и лучше проработать грудь и трицепс, а также укрепляет кисти рук и закаляет ударную поверхность кулака. Отдых между упражнениями максимум 1 минута. Второе упражнение – выпады вперед. Укрепляют мышцы ног и ягодиц. Третье упражнение – уголок на гимнастических стоялках, переходящий в подготовительное упражнение для горизонта. Укрепляет мышцы пресса, плечи, руки, мышцы передней поверхности бедра и спину.
Четвертое упражнение выполняется с помощью гимнастического ролика. Здесь задействован широкий спектр мышц – брюшного пресса, груди, спины, рук и ног. Пятое упражнение – отжимания нырком. Работают мышцы груди, плечи и трицепс. И в конце зарядки – растяжка. Друзья, не забываем о том, что это утренняя зарядка, и мы должны от нее заряжаться. Поэтому никаких нагрузок мы не делаем. И дисциплина прежде всего. Выполняем ее каждое утро. Только так можно достичь результата. Будьте здоровы, всем мира и добра. Пока!